Итак, друзья, предлагаем вашему вниманию один из главных матчей сегодняшнего дня. Газпромовское дерби. Газпромбанк и Газпром Интернешнл. Банкиры играют в форме преимущественно синего цвета. Интернешнл, соответственно, в форме более белого. Газпром выходил уже сегодня на поле. Интернешнл, который проводил матч против Московского кредитного банка. И со счетом 3-1 удалось ему одержать уверенную победу. «Газпромбанк» проводит первый матч сегодняшнего дня. Приехала команда неплохим составом. О нем я вам расскажу буквально через несколько секунд, когда до меня дойдет официальная заявка. «Газпрому», «Банку» будет сейчас очень важно быстро проснуться, потому что «Интернешнл» уже заведен. И вот этот свой настрой подтверждает быстрым забитым мячом. 1-0 становится счет в пользу «Интернешнл». Носов становится автором забитого мяча. И залетел он уже на первой минуте этой встречи. Надо собираться «Газпрому». Времени на разминку не хватит. Да его просто нету. Надо начинать играть прямо сейчас, с первой секунды. У нас получается интересная ситуация. Дело в том, что Московский кредитный банк потерял большое количество очков. 5 потенциальных набранных баллов в силу поражения от «Газпром Интернешнл» и ничьей в противостоянии с командой HSBC. В общем, открыли они дорожку своим главным преследователям, «Газпромбанку», как раз команде HSBC, Транскредитбанку, ну и «Газпром Интернешнл» нельзя исключать из этой чемпионской гонки, особенно после великолепного матча с МКБ и тому началу данного поединка, которое мы с вами наблюдаем. В общем, «Газпром», видимо, наконец-таки собрался. Добавилось, кстати, еще и 2 новых игрока в состав к этой команде, поэтому в атаке у них сегодня все очень и очень здорово. Прилетел мяч в лицо Пичугину. Тот мужественный парень остался на поле, даже помощь ему не пришлось оказывать. Какой сейчас выстрел был у «Газпрома». Там сначала вратарь мяча коснулся, затем в штангу прилетел. Но счет прежний. Дают нам команды понять, что здесь не ограничится дело одним забитым мячом. Да и даже 2, наверное, не ограничится. Носов откровенно сейчас цепляли, и будет наверняка отложенный фол. Но мяч-то он сохранил. Скидка Пичугину. Да, действительно, отложенный фол. Первый в этом матче. Дошел мяч до Корецкого, но тот не смог его забить. Забросы на него сегодня будут обязательно, как и во всех остальных играх банка под названием «Газпром». Максимально быстрый темп игры. Мы привыкли видеть его от «Газпром Интернешнл». Но вот хватит ли сил ветеранам «Газпромбанка», чтобы 20 минут так носиться по полю? Итак, штрафной. И у мяча сейчас Пичугин. Он может и ударить. Нет, сделана была передача, но обрезав ее, не удалось довести снаряд до Корецкого. Снова Пичугин. Самый активный сегодня. В составе и «Интернешнл», наверное, всех остальных команд, если сравнивать по заряду сил. Как Ефимов-то сейчас выпрыгнул. Кто, видимо, бороться будет с Корецким? Корецкий здорово прикладывался, но неточный удар.
Через голкипера приходится играть Газпромбанку. Целых два новых игрока вышло сейчас в составе Интернешнл. Вливание свежих сил. 3-2. Банкиры атакуют. Довери мяч до Савенкова. Тут не забивает. Ну что ж, выход вдвоем против одного голкипера. Надо забивать. Каратенко ошибается в день рождения. Антиподарок себе устроил. Могли интернешнловцы делать счет 2-0 уже. Страховка работает. У белых все нормально. В защите собрано. А вот Газпрома Савенков отдал мяч Корецкому. Недоволен сейчас Корецкий действиями партнеров. Пока до него мяч не доводит, а он все-таки является главной ударной силой. Без него «Газпром» не забивает. Хороший прорыв сейчас. И Корецкий пытался согнуться уже в падении. Мяч так, черпачком достать. Вдвоем против одного защитника. Нет, здесь вроде бы сохранили мяч в поле «Газпромовцы». Пас не прошел. Аут. Носов. Его вводит Пичугин. Сразу удар. Ефимов. Через вратаря снова играют. Носов с мячом. Мы вывели игрока на удар. Нет. Вратарь первым оказался. Корецкий снова не дотягивается. Вот здесь пасующие должны рассчитывать. Какой опасный момент сейчас. И надо было заканчивать его «Газпромбанку», взять им ворота. Вот здесь Савенков перемудрил. Савинова мяч пропускал. Игра для «Интернешнл» становится все более нервной. Видно, что защитники начинают теряться в некоторых моментах. Головой в пользу банкиров. 2 минуты до свистка на перерыв. Дотянулся Горецкий до мяча, и что сейчас будет? Рукой, получается, он себе помог. Ну да, единственное объяснение. Ефимов. Кратенко. Здорово прикладывался, но в штангу попал. 3 фала, кстати, у «Газпромбанка», у «Интернешнл» пока ни одного. В результате углового мяч Корецкому пришел. Скидка на удар. Свинков. Хороший выстрел, но мимо ворот. Главой «Газпромбанка». Нервничают интернешнловцы. Еще один угловой сейчас будет. А вот выполняет «Интернешнл» Ефимов. Ефимов выцарапал мяч. Здесь можно постараться при численном большинстве закончить эту атаку. Плохой удар. Откровенно плохой. Корецкий с мячом. Не надо бить. Ну, попытались доверного разыграть. Уже лишнее было. 5 секунд. Ну что ж, команды уйдут сейчас на перерыв, и мы вместе с ними отдохнем.
Продолжается борьба «Газпром Интернешнл» и «Газпромбанка». Напомню, счет 1-0. «Интернешнл» впереди. Начали интернешнловцы игру очень уверенно, очень быстро. Но с течением времени эта уверенность потихонечку улетучивается и превращается в такую некоторую несобранность и даже временами суматоху. Ну вот сейчас Дмитрий Кузнецов решил провести несколько замен. Выпустил в том числе и Рындина, который сейчас хотел мяч в игру вводить. Но вот свежие силы нужно вливать. Свежие силы и, главное, чистые головы. Заброс сразу на Корецкого. Это для нас привычно. Ошибка сейчас при передаче. Снова недоволен Корецкий. Обоснованно. Не торопится сейчас Пичугин мяч водить. Подальше бросил, но прям голкиперу. Газпромбанка. Вот «Газпрому» нужно поторопиться сейчас. Тоже забросили далеко. Снова голкипер вмешался. Аут. Банкиры вводят. Серия потерь. Уже рядом с воротами разворачиваются события. Угловой подает «Газпромбанк». Корецкий. Дотняли у него мяч. Пичугин бросается вперед. Быстрый Пичугин. До Рындина мяч не довел. Здесь главное выйти из обороны в атаку. Мяч попал в руку. Первый фол «Газпром Интернешнл». При трех со стороны «Газпромбанка». Корецкий с какого острого угла хотел головой забить. Дальний заброс. Желтую карточку получил один из игроков «Газпромбанка». Очень зря, да и всей команде тоже прибавляет нервов. Пичугин мяча. Может и ударить. Так и происходит, ну, совсем не точный удар. Носов. Нет, отобрали у него мяч. Ну, смогли ох, момент опасный. И нет, все-таки подоспел защитник банкира. Вынес мяч уже с ленточки. Да, «Газпром Интернешнл» удалось выровнять игру. Потому что все-таки первый тайм хоть и забили интернешнловцы, но потом проводили исключительно в обороне. Уже отбиваясь откровенно, Пичугин показывал, что его толкали. Судьи так не считают. Шесть минут до финального свистка. Корецкий. Пас на левый фланг. Что дальше? Удар по воротам. Хороший был, но вратарь как среагировал. Ну что ж, выход вдвоем против одного защитника. Нет, здесь уже подоспели все остальные. При равенстве надо играть. Голкипер справился. Но с трудом. И очень точный удар Пичугина делает счет 2-0. Не накрыли его удар. Не уследили.
недоопекали. Савинов, передача. Корецкий сам ударил. Какой хитрый удар с носка из-под защитника. Да, вратарь «Газпрома» претендует сегодня на звание настоящего героя. Уже даже хотя бы по итогам этого матча. Корецкий зацепился, но время упущено. На самом деле, еще и не такие матчи вытаскивали газпромбанковцы. Вали, отставание в счете намного хуже. Поэтому здесь еще могут они постараться собраться. Ефимов сегодня очень здорово действует против Корецкого. Большую часть единоборств выиграл. Я бы даже сказал, подавляющее большинство. Угловой выполняет «Газпромбанк». 3,5 минуты у них осталось. Разыграли на коротке. Времени у банкиров остается все меньше. Нужно срочно забивать. В противном случае забитый гол станет голом престижа, поскольку на второй может времени не хватить. Аут в пользу «Газпромбанка». Нарушены правила сейчас были. «Газпромбанком» 4-й фол. Савинов. Все-таки упустил мяч. «Интернешнл» сейчас важно не торопиться, об этом им подсказывает тренер Дмитрий Кузнецов. Известный, профессиональный в прошлом футболист. 2 минуты, даже меньше, до свистка. Савинов. Удар хороший, но не получается сегодня у «Газпрома». Где-то не везет. Где-то, может, не до конца еще проснулись. Пропустили они начало матча, пропустили уже секунде на 40-й, и отчасти поэтому такой результат. Начали бы играть с стартового свистка, может быть, и не пропустили, и сами могли забить первыми. Савинов. А времени на 2 гола уже не хватит. Одновременно с этим «Газпром Интернешнл» может забить 3-й. Нет, угловой. Тайм-аут взяла одна из команд. С вами тоже дух переведем.
Возвращаются команды после перерыва. Дмитрий Кузнецов разработал план «Барбаросса». Сейчас постараются третий мяч забить за оставшееся время. Ефимов. Ну что ж, интересная получилась комбинация. Ядрышников не смог замкнуть эту прострельную передачу. Ну, плюс хорошо сыграл вратарь. Ну что ж, мы можем констатировать победу «Газпром Интернешнл». Приносит это им еще 3 очка и дополнительно запутывает верх нашей турнирной таблицы с точки зрения расстановки, потому что потеряли сегодня очки не только команда МКБ, но еще и «Газпромбанк». Теперь интересно, что будет в исполнении остальных команд. А тем временем «Газпром» забивает третий, радуется Евгений Ядрышников.